Огромнейший привет, сегодня мы паркур пройдем. Ну, почему-то на прошлом видео, ну, никто не посмотрел, ну, никто не поставил комментарий. Вы что, не хотите в сеты? Шесты. Ну, ладно. Моя станция. Хоть там и на картинке четвертый на рюкзак нарисован, я сейчас вам покажу, я его заработал шестой. Сейчас вам все отдам. Шестой рюкзак и четвертый рюкзак. Все отдам свое. Кроме некоторых пушек и золотых вещей. Все остальное ваше. Кто меня бьет? Зачем меня бьют? Почему меня бьют? Так, паркур. Паркур. Ой. Что-то больно. Да блин, я это паркур пройду без чекпоинта. Легко просто. Попробуй без чемпоинтов пройти. Главное, чтобы он не взял скачанный. Если первый раз не получится... А, окей. Можно было. Нет. Я почему-то не получилось. Окей, попробуем с чекпоинтами. Ну, смотрите, я как можно меньше смертей сделаю. Зачем я это проходила? Можно просто сделать. Проще. Ну, вот этот чекпоинт, я не знаю, для кого ставить, потому что все просто. Вот он будет. Далеко еще. Уже точнее. Най! Да почему? Он не зацепился, я не знаю. О, снова зацепился. Ладно, я не могу это пройти, я это пройду. Сейчас к своей одежде. Ой, не зацепилась. Где люди? Людей нету. Окей, хорошо. Ой, полетел. Хорошо, что мы хотя бы быстро делать. Да, вы увидели код творения. Смотрите, код творения. Последняя цифра 6. 6. 6. В следующем видео будет полный код творения. Так, все, здесь можно оставить свои боты. У меня есть школьные туфли. Это самое сложное. У меня еще и подлагивает. Я, короче, это один раз проходил, я прошел все. И смотрите, мне просто я последний шарик остался. Я вот уже был на этом шарике, на вот этом. И я просто слетел с ним. Прям первый секунд.
Ой. Ой. А. Ну пон, лютый пон. Я маме и пролетел. А. Второй день я не заметил. Так, ну ладно. Я все пока... Ну, не по стеночке, конечно. Я в моменте. Я как кайфую. Я кайфую. Какой нерв жесткий просто. У меня еще и второй вышел. О, молодец, первый точнее. Я всегда первый, там взял. Там чек, это последний чек. Опять я сюда встал. И опа, ну, пасхалочка. А, то есть. Не будем это комментировать. У меня просто рука, наверное, дернулась. Ой, ой, ой. В принципе, я буду делать все это, можно сказать, с закрытыми глазами. Я уже знаю, что делать. Окей. Да нет, ну нет. Ну это не знаю. Я ставлю тут свой парашют. У меня есть штаны. Армейский блюд. Я это проходил за 6 минут. Сейчас это долго. Ой-ой. Ой! Ой-ой-ой! Не, это сложно. Попробуйте с пролагами просто. Ну вот. С пролагами называется. Это не смешно. Так, окей, попробуем еще раз. Если лаг не подведет. Он подвел. Чё? Ну почему я скатился? Так, скатываемся вниз. У меня есть минута 10 секунд. Найн! Нет, минута есть. А интересно, можно коробочку поставить на коробочку? Попробую и получу. Ай, брюки хочу. Ай, брюки хочу. Ай, брюки хочу. Ай, брюк не работает. Все. Заботами вернуться. Еще может заботами вернуться. Не, все. Это сложно очень. Люди вообще наверху есть. Нет, там никого нет. Так, ну ладно. Пробуй. Вот это и паркур просто какой-то плоской поверхности.
Например, он... Бля, сейчас его, кстати, тоже пройдем. Это очень сложно, а у меня еще и пролаги. Прикинь, текстуры бы не загрузились. Это просто. Ну вот, но она не цепляется. На этом не цепляется. Лайфхаки. Там есть, там чего-то нет. Ну, все понятно. Посмотрите, сколько я сейчас. У меня лимит смертей. Тут самое сложное. И потом вот это обман зрения. Тут даже обман зрения, тут я ничего не обманываю. Странно. Нет! Ну нет! Нет! Так, все, ладно. Пам, пам, пам. Яичко уляет. Да? Даже это не помогло. Не, все-таки трусы надо было надеть. Или штаны хотя бы. Боже мой, рывок. Ну просто лагает очень сильно. Это очень сложно. Чё? Ну вот я умер вообще. Это очень странно. Странно. У меня как-то хп мало. Ой, ничего. Вот все мои ящики. Нет. Ну вот. Сейчас. Нет, всё, надо только вот так делать. Побежали. Найн. Найн. Нет. Ну это невозможно, кстати. Я не брошу, пока это не пройду. Найн! Нет, всё, это не я. Не, я ливаю просто. Как это делать? Я это только что проходил. Ё-моё. Ой-ё-ё. Нет, всё. Я только что это проходила, я не хочу больше. Это невозможно. Вот он ляп, например, пройду. Ну, даже оно легче. Ну, у меня лаги просто невозможно.
наверное, самый, один из самых сложных паркуров в мире. Просто. Это невозможно. Если думаете, что это легко, пройдите сами. В следующем видео будет Айда. Как быстро, просто. Да вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Там было 8 человек. Я надеюсь, сейчас хотя бы что-то будет. Я вот это хочу. Игроков 7. Где мои усы?
Не, все. Найн. Бедный. Просто. Я его запустил туда, куда не он хочет. О, это мой не мой друг. Мой друг его сдал на аренду. Он просто подумал, вот в метрошку, может, поиграем. А тут так неожиданно. То есть only up, only up. Only up. Сейчас все по всем кроваткам пройдемся. Всех пройдем, все. Кайф. Я изучила эту карту, можно сказать, достаточно. Тебе нужно оружие? Все, он ушел. Он ушел, есть. А, мы вдвоем. Оу, я один. Еее. Кроватка давай запускай. Ой, нифига. Пасхалочка. Пасхалочка в копилочку. Побежали. Нет. Я понимаю теперь. Одного человека. Ну, я смотрел, короче, ютуб, называется Метрик канал. Ну, конечно, подписывайтесь на него. У него то же самое было просто. Нет, ну почему? Он не цепляется. Оно чисто теоретически не цепляется. Как будто автор гений. Или я гений. Да иди. Как лагает? Как лагает? Как? Так, окей. Просто максимально аккуратно. А, максимально аккуратно. Иду по перилам. А, это ау-то! Сколько? Найн? Да почему? Я не знаю, что мне делать. Тут даже кроватки нет, чтобы это пропустить. Это прям с самого начала. Такое ощущение, что я тут самый ветрю. Не, все, я пока сохраню это. Вам показать. Вам не показывать мои мучения. Как это было эпично. Я просто на самый последний миллиметр этой доски я подпрыгну. Так, что тут по этому, по пасхалкам?
Так, мне главное не упасть жестко сейчас. Yes. Вам лучше того резко не включить. Най! Ну нет! Ну я же сказал, главное, чтобы урывок резко не включился. Это невозможно. Главное, чтобы урывок резко не включился. Ну, урывок что делает? Он включается. Все, я выключаю урывок полностью. Теперь только я на этом свете могу управлять моим трусом. Я понимаю, когда я закрою на бегу, когда появляется надпись «Прыгучек». Найн! Сейчас я покажу, как эпично было прыгать сюда. Нет, это слишком... Ну, я сам понял, это слишком... Я просто слишком далеко прыгнул. Может, тут рывок и нужен? Не, ну просто там будет рывок. Но если он нам еще раз помешает, я его выму. Теперь можно проходить хотя бы как-то. Фух, с меня пот течет. Все, фух. Первая кроватка моя. Нет. 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 Разве не мешает? Нет, ребят, просто это невозможно. Я уже 10 минут сижу. Какой? Я уже был как, блин. Но
одно действие не по правилам. Все. Нельзя, короче, так делать, как Ярди. Делайте только как показывает вот этот человек перед вами. Это не я уже. Айн. Нет, ты не так умный человек. Ну так будет. Не я буду, а будет. Чего? У меня устройство горит. Ёптимопти. Нет, это просто. Чтоб вы понимали, я перелетел. Ну все, такой лайк, я не могу играть просто так. Оно просто не делается никуда. Смотрите, последний раз делаю. Вот что он делает? Не, все. Да пошло оно все нахрен. Придумал. Ох. Я думал, это легко. Это самый длинный прыжок в PUBG Mobile. Я реально говорю, это самый длинный прыжок в PUBG Mobile. PUBG Mobile. Самый первый. Ну зачем они сделали? Я понимаю, в конце там... Хоть там легко. Не люблю паркур. Ой, не люблю паркур. Не, все. Пойдем, значит, вот сюда. Вот сюда. Ну, знаете, на чем? Паук вообще фигня полная. Хоть он и в дропе лежит, он полная фигня. Так, что тут у нас есть? Узик? Ну, он вот по мне, он реально очень-очень долго выстреливает свои патроны. Ну, ничего, попробуем. В принципе, можно попробовать. Можно попробовать одну карточку с узиком. Если сразу не понравится, то с Кьюбзи поиграем. Опять этот человек.
Вот как я стараюсь ради вас, ради контента. Вот посмотрите, пожалуйста, прошлое видео. Я там разыгрывал. Давай, это. И сегодня я должен был уже разыграть. Но вообще ни одного просмотра. Обидел. Почему так долго загружается? Вы смотрите, сейчас будет 25 убийств. 100% у врагов. И все мои 25 кд я проигрываю. Можно сказать, выигрываю в 0.25. 0.25. 0.4. В принципе. Так. 0.4. 0.04. Во. 0.04. Оп! Интернет вообще полетел. Да нет, ну нет, он через стену меня стреляет. Вот что это такое, вот что за крыса? Нет. Не, все поливаю. Я просто не хочу. Ай-яй-яй. Killing spree for the red team! Be careful! You're losing the game! Сколько ему урона нанес? Нет сведений об уроне. Еще лучше. Да дай взорваться! Он же взорваться нельзя! Оу, все! Все, ребята, пока подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайк. Я не знаю, как это делать! Интернет просто нет. Устройство сейчас взорвется, мобильный он мне уже пишет. И вот такие фиговые дела. Всё, до свидания. Может, следующее видео уже не будет. И канала тоже.